Добрый день. Позиция зеркала двухсторонняя на подставке. Выпускается вот такой упаковке. Имеет вот такой внешний вид. Отличительная особенность этого зеркала в том, что с одной стороны это самое обычное зеркало. Переворачивая, получаем зеркало, которое увеличивает несколько раз изображение, которое в него попадает. Это очень удобно при нанесении макияжа, либо при депиляции.